Так, идем ловить мечи хвоста. Так, собаку возьмешь. Пора, нам нужно отправиться в открытое море к западу от Большой Соли, место отмечено на твоей карте. Плывем сразу к нужной точке, с таким важным грузом в открытом море долго находиться не стоит, поспеши. Это конец игры. Всем привет, сегодня будем снимать игру Dredge. Всем привет! Снимаем продолжение прохождения игры. У нас один из последних выпусков. Осталось совсем немножко, финал уже близко. Перед тем, как выполнять последнее задание, я бы хотел выполнить дополнительное задание. А именно... А это что такое? Поручение. Так, поймать редкую рыбу, найти дом для собаки, поймать мечехвоста. Так. Ну что такое? Вот и это? Я не знаю, что за предмет. Это для рыбалки мы нашли. Так. Сухой док, а не туда. Мы же там все починили, у нас там уже все быстро. Тут Юб, еще... что за фонарь? Да, там у нас такой же есть, вот он. Так, идем ловить мечехвоста. Ой. И собаку. О, там что-то вкусненькое. Да ладно, не надо. Да, точно уже, конечно, конечно. Мы уже богаты, у нас денег достаточно. Не будем на это тратить время. Так, я правильно понял? Да. Все верно. Да елки, страх, отстань. Мы быстрее эти даты вкусим. Так, сейчас ловушечки купим. Это страх. Отпусти. Лазики повылазили от страха. Вон туда, вон куда видно, что за трюм. Угу. То, что видно. Это нам туда. Капец, тут сколько этого страха. Это прям страшное место. Мне кажется, или это... А, это эта женщина. Угу. Я все четко приплыл. Так, хочу купить... Блин, исследование она не хочет продавать. Плохая женщина. Так, купим крабов туда. Такого. Такого. Отчалить. Где-то вот тут давай посыпали. Вот тут. Так, тут немного. Надо выбрать место, где их много. Их тут вообще не бывает. О, много. Как ты понимаешь? А он написано, видишь, много. Все. А да. Тут их нету. Теперь здесь отдохнем. Это не рыба, крабик. Сейчас отдохнем. И выловим. Давай отдохнем. Может, она продаст нам? Не хочет. Идем посмотрим, что там у нас выловило за день. Да, а то мы слишком мало отдохнули. Здесь ничего, тут тоже ничего. Там слишком мало времени прошло. Это такое? Да мы тут выполняли задание. Так. Куда нам дальше? Что здесь? Это что за рыба такая? Вроде щука. Щука. Свежая щука. Чем продаем ее? Так, надо отдыхать дальше. Мало мы отдохнули. Давай до следующего дня. Давай. Давай. Сейчас быстро продадим рыбу. Или до ночи. Отдыхайте до рассвета. Ну что, сейчас что-то выйдет? О, мигает, значит, там кто-то есть. Мечехвост, отлично. Все, у нас мечехвост есть. У нас уже все есть. О, не сломайся, мотор. Не буду. Теперь надо отдать собаку. Подожди,
Сначала не собаку отдать, а накормить этого парня. И он нам даст еще одно задание. Ну, этот капюшон, надо который же... сосуд ему просит. Же нужен, как его? А, блин, я вспомнил про сосуд. Ну, это же он, вот. Блин, он умер. А, без еды? Да, я не успел выполнить задание. Надо было искать в интернете, где находится Мечий Хвост. Он находится возле нашего города. Все. Возле нашего первого города. Значит что, отдаем собаку и выполняем последнее задание? Да. Или оставляем ее себе? Пока не отдаем уже. Ну давай. Попробуем еще нам отдать. Ну, а что это за место такое на карте? Ну, плохо, плохо, он уже второй, кто умер. У нас же тоже тот первый умер. Капюшон. Мы только одному помогли из трех. Не, ну если бы он сказал, что мне нужно помочь срочно, может мы бы бросили бы все. Да и пошли с ним. Так, собаку возьмешь? Трюма положить ее сюда. О! Возьмешь? Да вы что показываете? Собака подбегает к ученой, и та с улыбкой присаживается погладить. Пес в ответ облизывает ее подбородок. Я с удовольствием его заберу. Мне самой будет приятно. Что-то есть рядом. Вы точно не возражаете? Да, теперь это ваша собака. Они станут друзьями. Внезапно собака резко поднимается и начинает кашлять и содрогается. Через несколько секунд выкашливает на палубу какой-то слизь. В слизи что-то блестит. Что это? Колечко было у нее во рту? Или в желудке? Все, собаке помогли. Какое-то у нее задание она нам дала. Да не дала она нам задание. Я видел пару. Осталось у нас... Поймать редкую рыбу. Ну, это сложное задание. Это, наверное, самое сложное задание. Гидроцина, большерота. Так, все. Жалко, что я не улучшение не нашел. Может мне поискать улучшение? Да не, пошли уже отдавать. Ну пошли. Ну подожди, сейчас. Может это продаст. Если она не продаст, сейчас мы телепортируемся. Что если она не продаст? Да хочу, чтобы она продавала компоненты улучшения, не пойму, что она их не продает. Видишь, оно тут лежало, но сейчас не лежит. Почему оно не лежит, непонятно. Так, вот эту станцию мы уже купим. Давай. Прибрежная океанская. Может, этот круг уберем? Так, а этот вулканический магмовый может умереть. Все, вот это выберем. А это в трюм. Да. Это в трюм. Вулканические мангровые. Все. Туда мечехвоста. Ну черный конец. Ну, там было. Так, что делаем? Все, телепортируемся. Давай. Все. Мы всегда спамимся после этого. Да. А что именно здесь пришли?
Ну, такое он заклинание сделал. Тут мастерская закрыта. Интересно, она когда-то откроется? Все, берем. Я готов. Нам осталось совершить один последний вояж. На этот раз я отправляюсь с тобой. Внимание, начинается финальная часть игры. С этого момента ваш прогресс не будет сохраняться. Продолжить? Ничего себе. Да. Что с этого момента ваш прогресс не будет сохраняться. Вы точно хотите продолжить? Ничего себе. Надо подождать, пока не сгустится туман. Если повезет, море не узнает о наших намерениях. Ничего себе, мне аж страшно стало. Пора, нам нужно отправиться в открытое море к западу от Большой Соли. Место отмечено на твоей карте. Плывем сразу к нужной точке. С таким важным грузом в открытом море долго находиться не стоит. Поспеши. Коллекционер на борту вашего судна. Боже, мне уже страшно. И уже нельзя отдохнуть. Вон это место. Ох, как оно сияет. Ты думаешь, это оно? Ну да. Оно так видно, что можно было на карте и не отмечать. Ну-ка, точно посмотри на карту, мы точно к ней плывем? Да. Точно. Ошибка исключена. Это конец игры. Мы на месте. Здесь ее отняли у нас, и здесь же мы наконец ее вернем. Только здесь и нигде больше, и только благодаря всему, что мы достигли. Он открывает книгу и начинает зачитывать вслух. Освободить затерянное, застывшее во времени. Он бросает за борт карманные часы. Он что, воскрешает какого-то дьявола? Скованное цепями в глубине, он бросает за борт ожерелье. Вновь привязать к этому миру. Он бросает за борт кольцо. Отворить дверь в звездное небо. Он вставляет ключ в замок на шарманке. И так похоронить уставший мир. Он бросает за борт шарманку, не поворачивая ключ. Он призывает какого-то дьявола. Левиафана, наверное. Зачем он это делает? Не знаю, может он безумец. Может, на этот момент даже и выключился фонарик. Ты кто, дядя Петя? Что такое? Какая-то тетка. Или кто такая? Какая-то женщина. Она улетает. Ничего себе. Вон какой монстр огромный. Боже, у меня аж дрожь по ногам пошла. Ты видишь, какой он огромный? Да, это кто вообще такой? Все? Это конец игры? Да. Прикольно. Мы прошли игру. Задись. Ох, ёлки. А что это? Типа весь мир же сожгли? Я не знаю, все поломано, все горит. Может, можно как-то по-другому закончить эту игру? Наш город спалили от эту большую соль. И все наши поломаны. И наши ловушечки плавают. Какая страшная мелодия играет. Какую-то они уж фиговую концовку придумали. Мы освободили Левиафана, походу, который уничтожил вот этот мир. Они аж какую-то фиговую концовку придумали, это правда. Ну все, на этом все тогда. Мы заканчиваем трансляцию.